С вами, как всегда, Алина Летучева, и сегодня мы поговорим с вами про тревожность. Я сразу хочу оговориться, что я не психолог, и у меня был такой запрос под видео, так как у меня есть рубрика, посвященная жизненным урокам, каким-то рассуждениям, болталкам, вы ее очень любите, и я хотела бы сегодня просто порассуждать на эту тему, при этом налила себе сейчас чашечку кофе, и думаю, мне бы не помешал пакетик, в который я могу подышать и выровнять дыхание, потому что у меня сегодня заходит пульс по какой-то причине. Я думаю, что с этим сталкивается вообще абсолютно любой человек, у которого есть какие-то ожидания от жизни. Соответственно, когда у нас что-то в жизни идет не так, происходят какие-то факапы и сложности, мы начинаем думать, что же не так, где мы ошиблись, где оступились. Это касается очень часто рабочих моментов, любви и отношений, и в целом все, чем мы дорожим и что нам хотелось бы идеализировать по жизни, приносит нам какие-то переживания. Нужно просто, наверное, относиться к этому нормально и уметь отпускать. Все это очень легко на словах. Я сама могу сказать, что часто проваливаюсь в это состояние, но у меня есть такая внутренняя дрессировка самой себя. Мне кажется, я довольно такой сильный человек с точки зрения сложностей. Я никогда не затухаю в них и не замедляюсь, я наоборот стараюсь думать, как себе помочь, потому что я самый дорогой в жизни человек себе, и кроме нас самих нам помочь никто не может. Я уже приводила пример с кислородной маской, когда даже в самолете, несмотря на то, что самые дорогие для нас люди в жизни — это дети, все равно нужно сначала надеть маску на себя, а потом на ребенка, потому что просто никто за вас это уже не сможет сделать. И если вы не спасете себя, вы дальше не сможете спасать никого. И здесь нужно, наверное, всегда относиться к этому с более здравой позиции и найти какой-то баланс между тем, чтобы не постоянно выстраивать от себя какие-то ожидания, что я не должен там страдать, переживать. Иногда действительно полезно провалиться в состояние отдыха, какого-то внутреннего расстройства, в нем пожить. Просто нужно понимать, что хочется вам внутри самих себя. Есть такие всякие практики с психологами, когда вы приходите и вас ставят на место вашего внутреннего ребенка. Я знаю, что это сейчас так изъезжено, вот эти все слова, там страхи, панические атаки, ресурсность. Я сегодня очень поверхностно на эту тему буду разговаривать, потому что, опять-таки, я никак к теме психологии не отношусь, скорее очень интуитивно двигаюсь по жизни, и мне это помогает, просто вот как-то черпаю информацию изо всех источников, которые могу. Так вот, когда вы находитесь в позиции малыша своего, ну, по сути дела, это можно обрисовать как угодно, вы можете просто представить и более четко поговорить с чем-то, что у вас сидит внутри, что вам действительно сейчас важно, близко, хочется. Все ответы у нас всегда есть. Я не устану, наверное, никогда повторять и самой себе, в частности, и другим людям, что решение, оно всегда на поверхности, просто оно обрастает какими-то панцирями, страхами, мы до него не можем добраться. И это вот способ такой визуализации, как будто вы говорите не с самим собой взрослым, когда вы уже такой сильный, решала, а говорите со своим маленьким ребенком, которого, по сути, нужно оберегать и защищать. Он как бы более честно вам может ответить на какие-то подвисшие вопросы. И в ситуациях, когда я сама чувствую тревожность, я начинаю думать: окей, хорошо, что меня радует? Я просто пытаюсь баловать себя тем, чем могу. Я точно знаю, что меня возвращает в состояние спокойствия, и для меня есть определенный пул действий, которые я совершаю каждый раз. У меня есть, кстати, ролик на канале «Как избавиться от стресса». Я там рассказываю про более практические советы. Для меня это начинается с проверки витаминов, потому что очень часто при анемии, при каких-то заболеваниях или когда там после болезни у вас падают какие-то микроэлементы, витаминов не хватает, начинается просто именно физический такой недостаток
хорошего состояния, можно так назвать, и у вас начинается внутренняя дисгармония, кажется, что это на психологическом уровне, а на самом деле все может решиться и на физическом, поэтому ролик советую посмотреть. Мы накладываем на себя кучу ожиданий, особенно люди моего возраста, да, дети поколения, воспитанного СССР, не было возможности расслабиться, все делали то, что делали, ни у кого не было такого понятия, там, стресс, панические атаки, там, постродовая депрессия, все просто, ну, как бы делали, что делали, вы представьте, да, там, у вас нет сил, вам все равно нужно стирать, готовить, вам все равно нужно ходить на работу и как-то выживать. И уже сейчас наше поколение, на нем все это очень сильно отражается, плюс у нас очень развита история с тем, что нужно себя жалеть, нужно вот это вот холить или лелеять, нужно ходить к психотерапевтам. Я не против ни одной из этих историй, но жить нужно и пребывать в балансе. Не надо, наверное, проваливаться там в астрологию, нумерологию, психологию и же с ними, если вы просто туда сваливаете все свои проблемы в кучу, что якобы там у меня детская травма, поэтому я такой. Конечно же, это имеет место быть, но думать нужно не только о первопричине, а о том, как помочь себе сейчас из нее вылезти, то есть не закапываться туда вглубь, знаете, вот кто-то ходит просто годами ради того, чтобы ходить, а помогать себе здесь и сейчас. Это вот так чисто на уровне интуитивном и рассуждения. Если вы со мной не согласны, то пишите обязательно свое мнение внизу. Если я себя как-то неважно чувствую, у меня поток мыслей, который вызывает тревогу, мне точно всегда помогает. Просто я понимаю, что я сейчас просто закопаюсь и работаю, я свое нормально не сделаю. Я выпиваю всегда стакан воды минимум, а лучше два, и иду гулять на улицу. Если у меня нет сил, физическое состояние не позволяет, я просто стараюсь не думать об этом как о какой-то точке преломления себя. Я просто натягиваю штаны, бездумно выхожу на улицу, я тоже про все это вам рассказывала, и наворачиваю круги вокруг дома, банально хотя бы. То есть я там не собираюсь и делаю гульку, мне вообще все равно, как я выгляжу. И меня отпускает буквально минут через 10-15, очень помогает переключиться на такой более здоровый фон. И также я всегда стараюсь поддерживать свою физическую форму. Опять-таки, это очень помогает на психологическом уровне. Для меня спорт очень важно, чтобы он мне подходил. Вообще, когда я ввела его именно в регулярную жизнь, это только в тот момент, когда я себе опять-таки честно ответила, чем я хочу заниматься. Я вот с детства очень сильно любила помахать руками, мне очень нравилась там вся история с единоборствами, но это же не девочковое занятие, да, скажете вы и сказали бы мои родители, то есть папа мой всегда считал, что я должна ездить там на красной маленькой машинке, а мне нравились черные джипы, ну извините, как бы, ну вот такая вот я у вас получилась, и это очень классно, что мы находим в себе вот эти ответы, и я начала ходить на бокс. Естественно, то есть я себя максимально обезопасила, и никто там меня по лицу не бьет. То есть это групповая тренировка, в которой у меня просто такая жесткая кардионагрузка, которая мне подходит на максималках. То есть какое бы у меня негативное состояние вообще не было, я всегда выхожу с нее просто такая, вообще все хорошо, все классно, я люблю людей. И вот стабильные походы два раза в неделю дают еще очень хорошую физическую форму, поэтому в целом вот это вот, как когда я приняла это как за ритуал, за правило каждого дня, мне стало намного проще, в принципе, не разбалтывать ни свою физическую форму, ни эмоциональную. Поэтому здесь просто важен подбор тех занятий, которые вам нравятся. Это очень важно, научиться говорить с собой, себя слушать. Также мне очень сильно нравится пилатес, мне безумно он подходит, особенно на тренажерах всякие, которые выглядят как БДСМ, вот эти вот истории, Кадиллак, например, можете загуглить. И еще есть очень классный такой тренажер, тоже пилатес вид, реформер называется, тоже здорово, может быть, вы видели, там очень хорошо и на растяжку работает, и позвонки выравнивает, соответственно, там и кровоток лучше, и лимфа, и здесь тоже может быть вам подойти. То есть сейчас чего только нет, есть и разные танцы, и хип-хоп направления, и еще что-то. Я понимаю, что пока не попробуешь, не узнаешь, наверняка вы просто понимаете интуитивно, что вам комфортно делать, и что бы вы ни делали на регулярной основе, это будет приносить свои плоды. Я понимаю, что советы довольно, наверное, банальные, но во всяком случае в моей жизни они настолько имеют главенствующую роль.
И так как вы меня постоянно спрашиваете на тему психологии, на тему тревожности, каких-то панических расстройств, как с этим справляться, я решила, что есть смысл поделиться в такой бытовой форме и ответить на этот вопрос. Естественно, это нормальный режим питания, здесь тоже не буду долго останавливаться, у меня все, как и у любых, наверное, здоровых психологически людей, бывают разгульные денечки, так скажем, и бывает, что я слезаю со своих правил, которые у меня уже, в принципе, созданы, да, есть видео, как я избавилась от целлюлита, и там, на самом деле, я говорю те советы, к которым возвращаюсь сама раз за разом, если у меня происходит что-то не так. Я, например, безумно люблю молочку, но у меня на нее, ну, как бы лактозная недостаточность, у меня на нее такая реакция идет нехорошая в виде отечности. Я буквально за пару дней набираю 2-3 килограмма воды, выглядит это все не очень, я такая более рыхлая, становлюсь желейная, соответственно, естественно, мне тяжелее двигаться, тяжелее бегать, тяжелее спортом заниматься, но я себя научилась любить в любом своем состоянии, и психологическом, и физическом. Я понимаю, что я сейчас жирненькая, или что у меня что-то не так, у меня там животик торчит, я не вижу своих ноготочков на пальчиках внизу, и я думаю, блин, такая молодец, все так хорошо, ничего страшного. Вот мы как бы с тобой точно сейчас, так как мы себя любим и хотим классно выглядеть, мы сейчас пойдем, позанимаемся спортом, возвращаемся, и вот сейчас в спокойном режиме, без диет, там, без каких-то жестких рамок и ограничений, возвращаемся к нормальному режиму питания, потому что ты так себя чувствуешь намного лучше, потому что ты кайфуешь от отражения в зеркале, потому что тебе физически намного проще дается работа, у тебя больше идей, креативное мышление. И вот, знаете, уже с такой позиции, когда ты делаешь это от любви и знаешь, что тебе завтра не нужно будет сидеть на одних яблоках и воде, допустим, я сейчас все утрирую, ты как-то так спокойно это все воспринимаешь и понимаешь, что сегодня 2 килограмма больше, завтра 2 килограмма меньше, если ты будешь каждый раз на вот эти вот взлеты и падения реагировать, то ты можешь просто с ума сойти. А если ты будешь фоном где-то посередине, в комфортном своем состоянии, ну ничего, у женщин бывают там критические дни, мы набираем, там отекаем и так далее. Классно, любите это состояние, поблагодарите себя за то, что вы дали себе съесть что-то вкусное, и скажите, что окей, я поняла, ну как бы мне так немного тяжелее, поэтому мы вот с такой вот приятной любовью, я так в множественном числе говорю, мне так попроще, сделаем завтра лучше, мы сделаем больше работы, там, добьемся больших успехов. И это так классно. То есть я уже понимаю, что я когда переедаю, я потом 2 часа сижу как амеба, смотрю в стену, мне вообще некомфортно, нехорошо. Я начала ловить это тоже эмоциональное состояние ровного такого комфорта, когда я и продуктивна, и еще что-то. Я уже понимаю, что моя порция на завтрак, она намного меньше, раза в 3, чем я ела раньше. И как бы все вот в комплексе оно очень сильно работает, это тоже очень сильно отражается на тревожности, это очень сильно, ну потому что для многих тема здоровья, физической своей формы, она главенствующая, особенно у женщин. Когда мы чувствуем этот комфорт и уверенность внутри, когда мы понимаем, что каждый наш шаг осмыслен, что каждый наш шаг ведет к верному решению, тогда начинается какая-то гармония и спокойствие. Разболтай. Бывает у всех. Депрессивное состояние тоже бывает у всех. Но мы, наверное, можем признать, что никого более дорогого в этой жизни нету. Все советчики, которые приходят к нам извне и говорят, там, как нам правильно жить, или какие-то ожидания на нас накладывают, что там не иди на эту работу, ну из-за чего, да, вот это вот происходит, или мы сами на себя накладываем ожидания, которые нам когда-то в детстве вложили, или мы себе сами придумали, очень сильно помогает найти в себе вот столб, основу такую, доверие, что вы делаете все не просто так. И, наверное, тогда тревожность начнет потихонечку уходить. Вы будете понимать, что если вы увольняетесь с работы и вот сейчас останетесь там без накоплений или денежных поступлений или еще чего-то, значит, так надо. И вы такой, окей,
Если вам говорят там, что вы в отношениях неправильно поступаете, вы понимаете, что вы это сделали, потому что на данный момент это более правильный выбор. Я, в принципе, так к своей жизни отношусь, что я не жалею, наверное, ни об одном своем поступке, потому что я знаю, что на тот момент с моими мозгами, которые иногда бывали не сильно развиты и так далее, я совершала те действия, которые считала верным. Я жила по совести, у меня есть очень четкое распределение добра и зла, хорошего и плохого. Я всегда, ну, я во всяком случае думаю так, что я хороший человек и всегда в пользу добра выбираю, даже если совершаю плохие поступки, у меня есть на то причины. Я делаю это, потому что я знаю, что так будет лучше, или я стою перед выбором, не знаю, допустим, кого спасать. Там, я не знаю, я подрезаю какую-нибудь машину или не пропускаю бабушку на пешеходе, мне от этого горько, я сейчас банальный пример, да, но я мчусь помогать своей подруге, не знаю, в больницу, ту-ту-ту, или еще что-то. И я могу совершать этот выбор, уже взрослый, осознанный, я знаю, что я всегда поступаю верно, так как я могу, даже если я ошибаюсь, значит, мне это даст какой-то опыт, что я в следующий раз поступлю верно опять. Но это уже будет действительно та дорожка, по которой стоит идти. Я надеюсь, что я донесла свою мысль, потому что никто, кроме вас, правильных решений в жизни не принимает. Скорее всего, почва для переживания у нас всегда одна. И есть еще физическая составляющая, поэтому просто поддерживайте свое здоровье, питание, проверяйте витаминки. И знаете, что вы самые классные? Ну, во всяком случае, таких, как мы, больше нету. Мы уникальны, и мы, наверное, хотим в жизни построить что-то свое, какой-то свой идеал. Мы не хотим жить так, как у других людей. Большинство людей, наверное, выбирают какую-то свою картинку. Вот у меня моя жизнь не похоже, наверное, ни на одну другую, ни у моих подруг, ничего. У них классно все. Каждый живет так, как хочет, но я хочу совсем другого. И я к этому иду, и я точно знаю, что я иду и делаю все правильно. Вот, поэтому, наверное, такие моменты уверенности помогают мне бороться с тревожными мыслями и всегда так себя возвращать на место. Есть, кстати, какие-то практические советы на тему того, как избавиться от тревожности. Если хотите, я могу найти специалиста, которым я лично доверяю. И у меня сейчас Лиза, кстати, вы наверняка с ней знакомы, соседка, учится на психотелесного терапевта. И мы можем просто с ней поболтать тоже в формате такого живого диалога, чтобы она посоветовала какие-то практики там, с точки зрения избавления от тревоги на уровне физики, да? Какие поделать упражнения, а я покомментирую, постебу эту тему частично, потому что я такой больше скептик, но какие-то вещи, они действительно работают, и я очень часто замечаю, что у нас на теле отражаются, так скажем, наши мысли. Ну вот действительно какие-то зажимы, плечи, там, когда человек более уверенный в себе, он вот так заходит, да, ну, то есть мы просто вот как-то действительно себя защищаем таким образом. Поэтому если эту тему интересно развивать дальше, тоже пишите обязательно, я всех обнимаю, целую. Если вам нравятся такие видео, то не забывайте ими делиться у себя в Инстаграме или где-то в соцсетях, ставьте пальчик вверх и не забывайте поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых роликах. Пока-пока!